Счастье только вместе, считают герои следующего сюжета. В поселке Медногорске Урупского района семья Копыриных отметила бриллиантовую свадьбу. 60 лет совместной жизни. Со счастливой семейной четой встретился Али Баташев. Когда появился интернет, одноклассница моя по фамилии нашла меня и говорит: «Так ты и замуж вышла за своего Юру». Я говорю: «Ну да». Она говорит: «Да. Красивый был у вас роман в школе. Вся школа вам завидовала». Спустя несколько лет школьный роман стал сказкой со счастливым концом. Ради своей любимой Гали курсант училища МВД Свердловска Юрий Копырин рискнул комсомольской карьерой и после ЗАГСа отправился в храм для обряда венчания. Теща моя, как говорится, сказала: «Под венец». И вот мы пошли, значит, в храм. Я в курсантской одежде полностью, значит, в шинели, в закрытых дверях в храме. Красивый храм у нас. Нас обвенчали. Венчали такие колечки были, знаете, такие простенькие, дюралевые, там, покрытые, значит, там, медью. Мне было все равно, лишь бы она была моя. Венчаться там, под расстрел идти там, и как-то мне было все равно. Честное слово, вот говорю, вот не кривя душой говорю это самое. Счастливым продолжением семейной жизни стало рождение сыновей Андрея и Никиты. Кстати, они оба окончили Суворовское училище и стали военными. А для внуков семьи Копыриных бабушка с дедушкой стали примером большой любви. Один раз и на всю жизнь. Вот это богатство не главное. Главное – это семья. Дети. Вот рожайте больше детей. Вот дети. У нас вот двое детей. Один погиб. Один остался. И мы прямо вот на него... Не знаю, не надышимся. Это он один. А если их было много, еще было лучше. И вот сейчас чувствуем тепло, внуки отдают нам то, что мы им вот маленькими отдали. Они нам сейчас это тепло отдают. И думаешь, как это? Вот оно счастье. Крепкая и сильная семья – основа сильной страны. Сейчас у Копыриных 7 внуков и 3 правнуков. С бриллиантовой свадьбой супругов поздравили представители администрации и ЗАГСа. Честно, плакать прям хочется вот от радости за то, что люди столько времени прожили. Во-первых, так бодро выглядят, сохранили свою любовь. И просто вот такие моменты для меня вообще очень чувствительные, даже до слез. В жизни четы Копыриных не обошлось без испытаний. Так, на учениях погиб старший сын Андрей. Юрий Михайлович перенес тяжелое заболевание, 7 операций. Но благодаря неустанной заботе второй половинки чувствует себя намного лучше. Это прекрасно, прожили ему 60, и еще бы хотели прожить 60, если Всевышний нам позволит, разрешит, значит, как говорится, и тогда мы бриллиант этот ограним. Супруги поддерживают друг друга и в горе, и в радости. Они утверждают, что секрет их семейного счастья – любовь, взаимопонимание, терпение и умение прощать. Али Баташев, Ольга Савенко, Мухаммед Ашибоков, Вести, Карачаево-Черкесия, Урупский район.